Приветствую вас, друзья мои! Сегодня вам хочу показать вот такую свою новую работу. Это медведики полярные, видите, они у меня переливаются, то есть есть такой эффект перламутра. Это гравюра, делается она очень-очень просто. Я хотела вам показать, собственно, из какого набора я ее сделала, и показать другие подобные наборы, которыми мы обзавелись с детьми. Это не первая моя скрач-работа, именно так называется этот вид гравюр. Я со своими детьми в очередной раз делала набег в магазин «Раскраски.ру», который есть у нас в Питере на Садовой. И там мы выбрали несколько вот таких замечательных наборов. Посмотрите, вот это KSG, это медведики, которые я сделала. Вот так они заявлены на обложке. И вот так красиво они получаются в итоге. Полностью записан видео-мастер-класс по вот этим медведям. Выложу в ближайшее время. Сам набор, помимо картонной основы, по которой мы производим работу, входит также перо. Вот оно. Оно сюда вкладывается в пластмассовые упаковки. У меня есть неоткрытый еще набор. Вот купила себе еще таких птичек чудных, посмотрите. Вот так вот он симпатично выглядит. Эти у меня будут очень радужные птички. Вот, дочка же у меня выбрала другой набор. Это вот такие котики. И это другой производитель. Это Royal и Langnickel. У них другие ручки. Давайте посмотрим, чем ручки отличаются. Вот они, я ее вытащила. Вот это Royal, вот это KSG. Честно могу сказать, в руке мне больше нравятся ручки Royal, зелененькие, они такие более эргономичные, видно, что она такая на рыбку похожа. Ручки KSG, они простые по форме, но работать ими тоже удобно. На видео я работаю именно стандартной ручкой от набора KSG. Касательно основ покажу вам, то есть вот котики. Такие, которые выбрала у меня дочка, они на серебряной основе. И внутри мы получаем вот такая картоночка, которая закрыта защитной картонкой. И здесь видно, да, вы просто соскребаете серое и получаете рисуночек блестящий. Помимо этого, помимо серебряной основы, есть золотая основа. Это тоже Royal и Langnickel. Я выбрала машинки с моим младшим сыном. Попробуем сделать такую работу. Дочка у меня старшая начала делать такие работы где-то с трехлетнего возраста. Сначала не очень хорошо. Сначала мы покупали там поменьше формат, попроще сюжет. Здесь указано 8+. Но еще раз повторю, мы начали с ней заниматься этим делом вместе примерно с трехлетнего возраста. По моим наблюдениям, такие скрач-картины, они развивают почерк, они развивают усидчивость, конечно, они помогают научиться штриховке. Если вы хотите попробовать рисовать карандашом, я вам очень-очень рекомендую, рука у вас научится штриховать красиво, потому что вся красота этой работы, она в штриховке, она в красивой штриховки, которая передает мех. Как видите, я укладывала штриховочку ровно по росту меха. Собственно, вот и все. По визуальному оформлению мне лично нравится очень Royal и Langnickel. Почему? Потому что, вот видите, зелененькая, да, зелененькая упаковочка, к ней прилагается зеленая ручечка. А вот посмотрите, желтенькая упаковочка, к ней прилагается желтенькая ручка. Мне как покупателю это очень приятно. Если мы смотрим KSG, то есть это вот такие голограммные работы, как медведики, да, у них во всех наборах красные ручки прилагаются, обычные, стандартные, они удобные. То есть вот что в радужной работе, что в этой. Что меня привлекло вот в этой работе медведи, то есть я выполнила ее очень быстро, с большим удовольствием, красивый очень эффект. Очень красивый эффект, он просто как перламутровая ракушка переливается. Очень надеюсь, что вам видно по видео.
замечательно смотрится. То есть в паре хочу сделать еще с котятками на серебряном фоне. Будет очень красиво. Такую же вторую рамку планирую оформить. А паспарту вырезала сама. То есть, опять-таки, это нестандартный размер. Вот он. Нестандартный размер в стандартную раму. Уже показывала, как это делать. Делается это очень просто. И посмотрите, как замечательно выглядит. Так что, друзья мои, очень рекомендую обратить внимание, если вы тренируетесь рисовать сами, именно карандашом, если вы хотите попробовать какой-то новый вид от раскрасок, немножко устали, хотите сделать перерыв. И очень-очень рекомендую обратить на эти внимания, на эти наборы внимания, если вы хотите, чтобы дети ваши хорошо, красиво рисовали, писали. Не скучно, прекрасно обучает штриховке. И я как мама из родительского комитета в первом классе, мы нашим первоклашкам дарили эти наборы, потому что нет ничего важнее в первом классе, чем прописи. И для тренировки рук, и эти наборы, они недорогие, мы покупали на весь класс, и у нас всем классом на продленке наши дети скребли эти скрач-картины, все были очень довольны. Потом мы проводили выставку скрач-работ в первом классе, когда у меня дочка пошла. Вот, так что приятного вам творчества. Смотрите, пожалуйста, как проходила работа над медведями. Всем пока!